Доброе утро, народ! Доброе утро, страна! Гинайдун, Гинайдун! Визгит Юру! Гинайдун! Скартепе! Анна Дабурда! Доброе утро, страна! Гинайдун, Гинайдун! Визгит Юру! Гинайдун! Скартепе! Анна Дабурда! Короче, второй день оказался лучшим, чем первый. Потому что сегодня такая погода. Классная. Плакалась, плакалась и никогда. Короче, тут лед, поэтому. Но дорога вообще красота. Ой, отдохну немного. Ну что, показать и катаюсь. Смотрите, какая красота. Сегодня солнце радует нас. Горка, конечно, такая экстремальная. Сейчас отдыхать, потому что тяжело лед. Бузвар, когда ж каймак бирать. Привет, смотрите, какая красота. Я вам покажу немножко вид. Горы, снег. Я сейчас поднимаюсь. Этот пляж надо было сначала снимать. Смотрите, такие домики, кафешки. Солнышко светит, нифига не вижу. Я сейчас поднимаюсь, друзья, вверх. Я иду в Картепе. Мои девочки меня оставили. А я спала. Вот, смотрите, как красиво. Когда друзья идут там, Манзора. Вау! И я, это самое, мои друзья,
сейчас сколько, где-то около 2 часов, я еду к ним, но я еду на такси, мои друзья, видите, они там катаются, уже с утра уехали, меня жалели будить, а я, короче, ну, вызвали мне такси, и я еду к ним навстречу, там встретимся, я еще немного погуляю, потому что, ну, что я буду в отеле сидеть, они меня оставили, мои друзья, чтобы я выспалась. Представляете, какая красота. А я сейчас спереди сижу, и меня не укачивает. Но уши заложило так, что капец. А я вчера сзади сидела в машине, девочки летали, и меня укачивало. Я ничего не могла вам снимать, поэтому хочу немного вам снять вот эту красоту. Это поселок, это не город, не село, короче, Сапанджи. Оно находится отсюда, ну, качкиломет Сапанджи и КТБ, мисля. Сапанджи, КТБ, 30-35 километров расстояния находится. И что я вам хочу сказать, мои друзья, смотрите, вы на красоту любуетесь. Ну, я не знаю, на такси сколько. Ну, он хорошо, взрослый человек, хорошо ведет машину. Девочки, знаете, прикалывались, дурачились, меня укачивало. Это самое. Этот Сапанджи город, типа поселок, это не деревня, а 40 тысяч населения, мне этот человек рассказывал официально. А так, считайте, когда у них сезон и летом, и, допустим, зимой около 200 тысяч с иностранцами, короче. Ну, большой, красивый город, мои друзья. Поэтому строится все. Ну, видели. Я там видео много снимала, боже, какая сказка. Мы уже приехали, надо было раньше видеть КТБ отель. Ну, это и отели здесь все надо. Салам алейкум, колай гелсин. Отелем işte böyle bırakıp çıkacağım abi. Konaklamaya geldim. Ücret alıyorum, resepsiyon onaylıyor, çıkarken iade ediyorum. Nasıl? Ücreti alıyorum, 50 lira. Resepsiyon onaylıyor bu şekilde, çıkarken iade ediyorum. Видите, сколько опять иностранцев. Какая же красота, мои друзья. Меня в отеле высадят. Значит, они в другом месте. Я не имею понятия. Девочки катаются, они уже конус скинули, куда меня должны отвезти. Наверное, где-то близко. Ну, классно, хоть погуляю. Еще, может, что-то сниму, если не замерзну. Можно? Смотрите, какая здесь красота. Боже, какой здоровый отель. Это девчонки меня здесь заселяют, наверное, потому что мы оттуда съехали, чтобы близко возле спорта быть или как. Я нифига не поняла. Они мне только позвонили, вызвали такси. Видите, мои друзья. Смотрите, какие горы, как здесь классно, да, тогда вверх. Здесь много отелей. Я вчера, ну, туман был, ничего вам толком не показывала. Сейчас немного вышла. Смотрите, где люди катаются, подъемники, не знаю. Но я, конечно, туда не подойду, потому что я мерзлячка. Видите, как красиво. Там люди снизу, там подъемники сверху. Я увеличила. Тут куча отелей. Вообще красиво. Так я тут вам вот так покажу. Потом это самое, здесь какие-то подъемники. Здесь, мои друзья, отель. Сейчас надо, наверное, убрать. Я вам покажу, где мы были вчера. Просто вчера был туман очень. Вот там подъемник желтый. Вот это подъемник вверх. Вот видно там, где катаются люди сверху. Моя дочь где-то там. Много очень народа тоже. Сейчас уберу. Смотрите, какая красота. И здесь отелей очень много. Мы далеко остановились. Ну, если, как говорит, век учись, век живи. Век живи, век учись, мои друзья. Какие здесь кафешки, орлы. Это я, мои друзья. Я легко оделась. Надо шубку брать, потому что холодновато. Ну, красиво. Вид такой красивый, панорама. Смотрите,
какая красотища. Люди сидят, не видно, как спускаются. Я не знаю, мои друзья, я мерзлячка, опять, наверное, вам ничего толком не сниму.